Изменения в графике работы в выходные в честь Международного женского дня с 8 по 10 марта коснутся и медучреждений Твери области. Они будут работать по расписанию, утвержденному региональным Минздравом. В субботу 9 марта по расписанию субботы, в воскресенье 10 марта по графику обычного выходного. В женских консультациях и специализированных поликлиниках, в том числе стоматологических, 9 марта будут работать дежурные врачи с 9 утра до 15 часов. Экстренную стоматологическую помощь взрослым и детям в любой из выходных круглосуточно оказывает челюстно-лицевое отделение горбольницы номер 1. Травмопункты будут работать на праздничных выходных круглосуточно. Субтитры